хотела уже столько народу. Я думаю, здесь просто снег сюда чуть-чуть надо будет правее. Вот. Они приехали? Вот, вот, да, вот, вот. Да, они приехали. Это? Туда ехали? Да, да. Сюда. Ох, нифига себе, тут, слышишь, сугробы. Тут вообще чисто чему-нибудь. Расскажи про питание. У меня отвратительное питание. Я... Врет. Нет, у меня было хорошее питание, меня тоже Камила это хорошо кормит. Еще кое-кто. Но когда я нахожусь одна, то я не ем вообще или ем какую-то гадость. Ну, она есть как цыпленок, если честно. Реально. Все, я сейчас не скучаю, сейчас побегу. Давай, ты быстро запрыгну. Давай, это, если что надо, я выйду, открою багажник. Ага, чуть-чуть назад, да? Ты видишь, у меня освещение, чтобы я была хорошо видна. Лампы нет, я подружу. Да, вон бежит. Худоба, худоба. Холодно тут? Так. Боже, такую херню пишут. Так. Я ничего не знаю, проектом не интересуюсь. У меня... Все в жизни нормально, слава богу. Вот. Все видно. Только что меня выбесил мужик, который выехал со своей мадам посреди дороги. Мне выехать нельзя было. Стал, стоит вообще. Я думаю, ему как удобно стоять вообще. А то, что другие люди хотят проехать, ничего страшного, нет? Ничего не вижу. Надеюсь, никого не задавлю. Так, параметры какие? Мелкие. Ну, сегодня я ем целый день ем, ребят. Вот прям целый день. Иди нахуй. Целый день ем. Так, все, кто пишет гадости, я блокирую просто сразу, ребят. Ну чё? Не отдают тебе? Нет, там так холодно ужасно. Вот замуж, если кто-нибудь выйдет, только тогда. Ну это вы там замуж, чё? Я хочу погулять. Короче, у меня Камилу надо выдать замуж. Поэтому заявки принимаю в директ. Я буду лично тестировать, смотреть, кто ей подходит. Потому что ей нужен достойный парень. Не, я буду задавать вопросы. Нормальные вопросы. Так, поправиться я не хочу. Поправиться не хочу.